Так, ребят, я иду к Михаилу Фругуну, великому чуваку, сейчас вы увидите. Это Михаил Серый. Здравствуйте. Да, я категорически приветствую. Пока я ехал из поселка, у меня просто охуели ноги, и я вот сейчас стою и думаю, блядь, а стоит вообще туда ехать? Минус 20, вот с этим я, блядь, немного просчитался. Мы ехали так далеко, Сергиев Посад. Миша Серый всю дорогу травил какие-то анекдоты. Это было вполне смешно и забавно, но я не унывал, мы ехали дальше. Так, ребята, мы приехали в Сергиев Посад. Наконец-таки выбрались спустя год, два. Артём, Владос, вам приветос. Вот это Миша, он пошел передать привет. Йо, ребят. Че, какие у тебя ожидания, Миша, от этой поездочки? Ну, сугубо позитивные. В эту громче. Вот для этого и нужна петличка. Ну, значит, ожидания у меня сугубо позитивные. Ты начнем с того, что я сейчас... Ты что, энергии нет, что ли? Нет, энергии у меня достаточно много. И сейчас начнем с того, что приобретем что-нибудь колюще-режущее прямо здесь. Прям вот в этом Георг Мегамед я вообще не был. Так, ребята, мы проходим мимо Барс Мамонтов, торговый центр, центр Дохвы Бубновского. И Миша нам показывает куда-то туда, в то направление идти. В этот Ашан, короче, мы идем, походу, да? Это Ашан? Да, это Ашан тут раньше был. Хотя не знаю, что сейчас тут. Тут, по-моему, пятерочка уже. Нет, не Ашан. А что тут? Что же тут находится? Кто знает? Давай. Магазин. Шо? Магазин. Магазин. Так, супермаркет Атак. Я говорю, здесь Ашан. Нет, Ашана чё? Здесь нету. А раньше был Ашан, Эльдорадо. А теперь здесь Ашан. Тут чуть не надо здесь. Петличка. Вот. Вот у меня такая. Жигелька? Прикольно. Да. Надо Соньки найти. Соньки сначала. Сначала мы найдем Соньки о PlayStation 4 Slim. Все. Четко, это же игры. Игры на PlayStation 4 и 5. Кто? Я сомневаюсь, есть Сонька или нет. Посмотрим, что у нас тут есть, ребята. Смотрите, Артём. Mortal Kombat XL всего-то. За 1600 рублей, разве это варикол? Это не приговор. Little Hope есть. Mafia Legacy, ребята. Игры топы. Вот, кстати, Just Dance на четвертую Соньку. 1900. Нормальный став, пацаны, решают. Одни из нас. Что бы еще можно прикупить со скидочкой? Apex. А где GTA 5? Найдем мы GTA 5 или нет? Infamous. Смотрите, одни из нас. Андрюха, одни из нас стоит всего-то 4900, 4,5. Вот Человек-паук Майлз Моралес, который я хотел.
Бог Марс, моя сморозь, которую я хотел, да? Всего 4000 стоит, но я его не куплю. А стой. Петличку мы так и не нашли. У нас разрядилась камера, и мы направились в Капитолий. Так, ребята, мы приехали вместе с Мишей Серым. Капитолий, Сергей Посадский, Капитолий. Здесь мы решили перекусить. Точнее, я решил перекусить в Макдональдсе. А он решил закупиться какими-то штуками. Сейчас он в каком месте, конечно же. Вы знаете, что это за место. Это туалет. Сейчас вы узнаете, что там было. И вот Миша выходит. Ваши ощущения, Миша? Великолепно. Опустошенный мочевой пузырь – это именно то, к чему я стремлюсь. Все, зарядил камеру. Можно теперь тусить в Капитолию. Тебе надо в Рибок, да? Ну, можно и в Адик. И в Адик, и в Рибок. Ну, пока утро, будний день, здесь никого нет особо. Народу мало. Тем более понедельник. Понедельник вообще, наверное, тут кто-то будет адекватный. Да, понедельник здесь навряд ли кто-то будет. О, это же Кэнди Шоу! Кэнди Шоу! Живись, спагетти. У меня зоны. Зоны лафысы. А еще тут что-то есть такое. Где Рибоки? А, это Рибоки? Ну давай. Или здесь, конечно. Круто! Дорого. Миша смотрит себе крутые вещи. Миша смотрит реальные вещи. Это Рибок. Это Рибок. Женские. Вот. Что-то нет ни хрена. А? Женские вещи, да. Меня уже назвали извращенцем, когда рисовал девочку в электричке. Кто? Извращенцем меня назвали. Да там друг один. Художник. Смотрите, предатор. Ну, какая-то коллекция отстойная, ребята. Коллекция здесь отстойная. Сюда лучше не заходить в этот сезон. Положим следующие сезоны. Как я думаю. Ребята, как вы думаете, что же я здесь встретил? Угадайте с трех раз сайта. Мэри Джейн Марвел. Мэри Джейн Марвел, да. Прямо за мной. А потом мы пришли до него. Так, ребята, наконец-то мы пришли в это злачное заведение под названием что? Макдональдс. Вот, ребята. Сейчас я буду покупать свои любимые вещи, как вы знаете, люблю. Шрим ролл, биф ролл, также Биг Мак и кучу картошки фри я обычно беру, узнай, Андрюха Пухков. Когда-нибудь я тебя побью в этом батле макдональдсовском. Ну а сегодня я, как всегда, возьму молочный коктейль клубничный, Биг Мак, картошку фри. Данил, а ты постоянно ешь в Макдаке, когда находишься в городе, где находится этот ресторан? Да, я люблю Макдональдс. Я считаю, что Макдональдс на первом месте, в самом лучшем заведении Сергиев Посада Капитолий. А ты не боишься получить сердечный приступ от такой еды? Нет, не боюсь. Я съел уже столько Макдональдса, наверное, за всю жизнь. Штук 89 раз я уже съел. А не будет ли патриотичнее питаться русскими пирожками? Русскими пирожками? Да. Нет. То есть американская еда лучше? Официально. Вот эти две арочки просто в моем сердце. Стоит добавить еще туда
букву В, вниз будет этот крабковский треугольник наоборот. Хорошо, я понял. Данил, блиц вопрос. KFC или Макдак? Макдак. Бургер Кинг или Макдак? Я себя не люблю. Бургер Кинг или кто? Или Макдак? Макдак вообще без вариантов. Шаурма или бургер? Бургер. Бургер. Это слойка. Как тебе вообще атмосфера американской столовой? Алекс, американская столовая, мой второй дом. Короче, сейчас мы будем жрать все. Давай. Миша не смог снять, как я ем еду. По техническим причинам.